День России по традиции самарцы отмечают все вместе. Главный праздник развернулся на площади Куйбышева. В этом году здесь открылось множество тематических площадок. Одна из основных посвящена космосу. Здесь каждый мог увидеть достижения космической отрасли. Также работали спортивные, детские площадки и творческие мастер-классы. Мы живем в этой стране, это наш праздник. И все должны знать, отмечать его, чтобы у всех было хорошее настроение и... Чтобы все было хорошо. Чтобы не было вот этих вот всех войн и все этого разделения. Нужно для этого вот эти праздники проводить. Только вместе празднуя, можно жить в дружбе. Надо праздновать, потому что, чтобы мы знали свою историю. В День России на главной сцене праздника паспорт гражданина Российской Федерации получил уроженец Луганска, ведущий игрок баскетбольного клуба «Самара» Евгений Минченко. Можно сказать, что реально второй день рождения будет у меня в День России. А Самарская область, потому что я играю за баскетбольный клуб «Самара», и я очень рад представлять теперь Самарскую область по России и за ее рубежом. Многотысячную аудиторию с Днем России поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Россия, созданная многими-многими поколениями наших предков, мудростью их, трудолюбием, мужеством во многом, прошла через самые различные испытания. И со всех испытаний она выходила победителем. Усилиями президента нашей страны Владимира Путина делается все для того, чтобы наша страна была независимой, чтобы наш народ был хозяевом на своей земле. Глава региона наградил работников крупнейших предприятий области, которые приняли участие в строительстве космодрома «Восточный» и первом запуске. Также поздравить земляков пришли глава города Олег Фурсов и председатель городской думы Галина Андреянова. Главным же подарком самарцам на День России стал праздничный концерт. На сцене выступили артисты Самарской области и звезды российской величины Александр Маршал и рок-группа «Кипелов». Впервые на празднике, посвященном Дню России, на площади Куйбышева прошло тематическое лазерное шоу. Завершился праздник красочным салютом. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События.